Совсем недавно в Сочи ели рыбку. Она к ним приплыла из-за разлива воды. А я поймала сельдь атлантическую. Она ко мне прям приплыла в своем пароходе. Крупная, жирная, соленой заливки специального посола. Вот. У меня слюнки текли, когда сочинцы ловили рыбку. А теперь пусть сочинцы слюни пускают и смотрят, как я буду есть, наворачивать вот эту селедочку. Теперь эта селедочка голенькая, а не в шубе и не под шубой. Вот так будет голенькая селедочка. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь, подписывайтесь и еще раз подписывайтесь на мой каналчик. И я вам еще кое-что расскажу.